Мировой кризис неизбежно сказывается на экономической ситуации в нашей стране. В 2013 году в России несколько снизились темпы экономического роста, и это не могло не отразиться на зарплатах людей. Тем не менее, отечественная экономика сейчас вполне жизнеспособна и способна к развитию. Об этом заявил Владимир Путин на рабочей встрече с премьером Дмитрием Медведевым. После того, как кризис приобретает все более опасные формы в мировой экономике, это так или иначе неизбежно сказывается на нас. Так было в 2008 году. Мы сейчас то же самое наблюдаем. Правда, в отличие от наших друзей и партнеров в Европе, в некоторых других регионах мира, все-таки российская экономика демонстрирует жизнеспособность и возможности к дальнейшему развитию. Вместе с тем, мы знаем, что в конце прошлого года и в начале этого несколько снизились темпы экономического роста, и еще больше сократился реальный сектор экономики. Это отражается на доходах населения, зарплаты стали поменьше. Я знаю, что у вас послезавтра отчет в Государственной Думе, отчет правительства за год. В целом, прошедший год был неплохой. Я рассчитываю, что вам удастся не только используя все наработанные ранее механизмы выхода из кризиса, но и вновь создаваемые инструменты. Действительно, тенденции сложные в мировой экономике. Мы и предполагали, что они будут сложными. С этим связано и появление так называемого бюджетного правила. Потому что если бы мы чувствовали, что можно немножко иначе развиваться, может быть, ограничительных мер было бы меньше. Но вот с учетом того, как развивается мировая экономика, европейская экономика, и что, конечно, сказывается на развитии нашей экономики, мы вынуждены принимать решения достаточно жесткие, связанные с формированием бюджета на будущий период и того бюджета, который действует в этом году. В настоящий момент я дал поручение коллегам из правительства с привлечением экспертов подготовить предложения, связанные с тем, каким образом нам все-таки противостоять вот этому международному тренду и постараться все-таки дополнительные импульсы придать развитию российской экономики. И хотел бы предложить, может быть, встретиться и поговорить вообще в целом о развитии российской экономики на ближайшие